Каждая торговая компания стремится привлечь в свои ряды большее количество клиентов, а также поощрить постоянных покупателей. На протяжении нескольких лет розыгрыши призов проводит НИК «Автоцентр». Приняли решение, что ни одного месяца без акции мы не должны приводить. Ну и понятно, что такие крупные призы, как вот, допустим, сейчас мотоцикл или снегоход, мы проводим их раз в полгода. Вот, мы также сейчас делаем промежуточные акции, когда мы нашим клиентам имеем возможность подарить бочку бензина. Разыгрывали бочку бензина среди покупателей НИК «Автоцентра» и «Струйграда». Для участия в лотерее необходимо было взять на кассе промокод и зарегистрироваться на сайте НИК «Автоцентра». Это сделали 289 человек. Все они – претенденты на главный приз. Ваша рука судьбоносная для кого-то сейчас. Андрей Тимченко. Андрея Тимченко среди присутствующих на розыгрыше не оказалось. С мужчиной тут же связались по телефону и назначили встречу в удобное для Андрея время, чтобы вручить приз. Визит в магазин победитель откладывать не стал. Покупал здесь и запчасти, и стройматериалы, но как-то никогда не регистрировался и сильно не доверял никогда таким вещам, потому что не везло никогда ни разу. Ну а здесь, находясь очень далеко от города, и по звонку мне, когда позвонили, сказали, что я стал победителем, ну, конечно, был очень рад. Теперь, говорит Андрей Тимченко, вопрос, на чем добираться до Тюмени в отпуск, отпал сам собой. Ведь выигранные 200 литров бензина позволят сделать поездку бесплатной. Не ушла без приза и девушка, которая крутила барабан и вытащила счастливый купон. Мы получили поощрительный приз, что было очень приятно. Это подарочный сертификат на 1000 рублей. А вот сегодня подарочный сертификат, а послезавтра, глядишь, и мотоцикл. Главное, отметили присутствующие на розыгрыше, оставаться верными покупателями магазинов НИК «Автоцентр» и «Стройград». И, возможно, тогда следующий розыгрыш принесет вам победу. Екатерина Склюева, Илья Квасов, новости Губкинского.